Приветствую вас. Речь идет о мероприятиях по патриотическому воспитанию. В начале года автор вопроса спросил у класса, какие есть идеи и соображения. Кто-то вспомнил о традиционном осмотре строя и песни, кто-то об инсценировке военной песни, кто-то о возложении цветов к памятнику. Неожиданно одна из учениц сказала, что не понимает, почему, как только речь заходит о патриотизме, все это связывает с войной или армией. Вопрос заключается в том, какая реакция на реплику ученицы должна последовать со стороны классного руководителя. Я бы прислушался, потому что это правда. Вот. Патриотизм — это не только армия и война. Патриотизм — это, в общем-то, все, что связано с нацией, все, что связано с культурой, все, что связано с традициями, вот, не военными. Вот. Не военными аспектами проявления традиций, культуры и как бы так далее. Вот, поэтому ученица права, вот, и как бы реплику, ну вот реакция разрешающая этой ученице предложить свой вариант. Посмотрите, что у нас есть в современной российской культуре. Пусть ученицы посмотрят, что есть в современной российской культуре тогда. И предложат что-то из этого. Вот. Как-то так. У меня вопрос больше к вам. Вы чувствуете свою неуверенность здесь или что? То есть, ну, как-то вот я бы сказал, что вот не совсем понятно здесь. Вот. Вас это супер ввело. Вас это как-то, ну, выбило из колеи или что? То есть, как бы, с чем связано то, что вы не знаете, что ответить, в общем. Вот. Понимаете, да? Как бы. Это вот, как мне кажется, вопрос про это, что вас, вот, вас этот вопрос, он, судя по всему, выбил из колеи, вы, судя по всему, как-то вот, ну, то ли не ожидали вы такого вопроса в целом, то ли вы в себе не уверены, вот, то ли еще есть, ну, какой-то аспект, вот. То есть как бы у меня к вам по большому счету вопрос вот такой, да, как бы, то есть если вы вот не знаете, как себя вести, если вы не знаете, как реагировать, вот, то это, ну, вот прямой вопрос о вашей уверенности в себе, о том, чувствуете ли вы себя на своем месте, о том, нравится ли вам ваша работа, вот,
нравится ли вам ее выполнять и так далее. Вот. Потому что, ну, есть как-то вот ощущение, что не очень хорошо вы себя чувствуете, не очень, кто вот может быть комфортно вы себя ощущаете, ну, не очень комфортно вы себя чувствуете. Я не знаю, как обстоят дела. Я просто сейчас высказываю свое предположение, вы не думайте, пожалуйста, что я как-то вот утверждаю что-то. А просто говорю о том, что мне кажется. И обратить внимание вам, соответственно, ну, нужно вот на это, на мой взгляд. А дальше уже смотрите сами, как. А дальше уже смотрите сами, как вам действовать. Вот. Я бы, наверное, вот так как-то вам бы ответил со своей позиции. Ну вот. На этом все. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.